Мы в лицее, где не рисуют на партах, а лишь на стенах санкционированно. В свободное от учебы время работают волонтерами в больницах и в созданной своими руками литературной студии гадают на стихах. Марина Цветаева, ты расскажи нам про весну. Грешна любовь, страшна любовь. Сбудется желание. Ну, видимо, любовь, весна, все дела с приходом весны. Буду ждать. Воспитывают только умных подростков в педлицее. Ну, а может, нам посчастливилось встретить лишь отличников. С темой сочинения большинство определилось легко. Но о чем еще писать в таком возрасте? Рассказать, какова любовь на самом деле. Какова? Ну, смешаны какие-то чувства, когда вспоминаешь это слово. Какие-то буря, эмоции, вот эта вот весь страсть вся. Это универсальная тема. В практически любом произведении можно найти массу примеров. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Кто еще? Ну, Евгений Онегин – это классика. «Война и мир» – тоже классика. Там можно очень многое найти. Джейн Эйр – в том числе, почему нет? Ты влюблялся уже сам. Да. Всего направлений для сочинений 5. «Война и мир», «Добро и зло», «Надежда и отчаяние», «Гордость и смирение» и «Излюбленная он и она». Зачет не зачет, но основных критериев оценки 2. Количество слов и самостоятельность работы. А еще смотрит, раскрыл ли тему, много ли обращался к литературе, на выразительность и грамотность. Списываю. Ну, при нас не списывают. Как они это делают, я не знаю, но вообще они очень хорошо понимают. За списанную работу они могут получить не зачет, потому что каждое сочинение на антиплагиат проверяется. При поступлении в ВУЗ независимая комиссия может просмотреть сочинение в базе данных еще раз и поставить за него дополнительные к ЕГЭ баллы. Экзамен пройдет во всех школах страны в крае 4 декабря, и что-то подсказывает, что этим ребятам волноваться уж точно не стоит. Евгения Даровская, Александр Антропов. День с толком.